Приветствую на канале Asmodee Play. Мы играем, как она называется там, Мурдерт. Не важно, в общем, в нее и играем. Призрак-детектив. Ой, блин, помню, прошлая эта серия у нас выдалась очень муторная, блин, с этими призраками, пока их долбишь. Кошмар, кошмар. Так, проникнуть в церковь. Я вот сейчас даже не знаю, они вообще... О, смотрите, что-то есть. Так. День, когда все потеряло смысл. Вот это что такое? Мне до сих пор жутко об этом вспоминать. Я практически сразу будто выпрыгиваю из тела и вижу себя со стороны. Она пыталась разнять двух незнакомых мужчин на улице. Один из них в ответ ударил ее ножом. Просто так. Она умерла, потому что хотела помочь людям, а убийца скрылся. Если бы я подоспел хоть на минуту раньше, моя жизнь была бы совсем иной. Все было бы лучше, и она была бы жива. Блин, какие красивые слова. Ладно. Ну давай. Ведь правда, Бакстер его ненавидел. По-моему, это было взаимно. Ронан был мужик резкий, но Бакстер тоже не из обаяшек. Да, но ты что, хочешь сказать, ну что, он своего же убил? Это как-то уж... С этой работой я каждый день убеждаюсь, люди способны на все. Это да. Так, ладно, а ты что думаешь? Все, на этом все здесь. Так, мы не можем пройти сюда. Эти штуки непроходимы для нас. Понятненько. Ну, хотя, кстати, церковь написана, да, где находится. Что-то здесь за пятна. О, подожди, я чуть не просрал листочек. У моего мужчины на работе был тяжелый день. Рассказал он об этом далеко не сразу. Похоже, этот Мил Бакстер относится к Роналу. Так, минутку, подождите. Ксюша, ну-ка тихо. Ребенку компьютер дал, интернет провел, место обустроил. Вот, радуется. А Рону так враждебно. И он ничего не может поделать. Удивительно, откуда только злобы. Ведь Ронан ничем его не обидел. Однако Бакстер, кажется, сотворил окончательное мнение о Ронале. И теперь его не переубедить. Бывают такие люди. Ну, бывают, да. Сам себе на уме. Блин, все хочу посмотреть, что это за хрень. Она прямо таки манит. Так, стой, минутку. Ага. И не подергать, да? Ладно. Корабль. Ну ёж твою мать, ну корабль. Ага. Не хочешь, да, со мной разговаривать? Вот куда мне сюда? Или сюда? Нет, дома освещены, блин. С какого перепуга вы их вообще освещаете? Кого вам бояться? Так. Я бы сразу же обвинила своего босса в колдовстве. Ага, а еще что? Вот если бы призраки действительно существовали. Так мы существуем, подожди. Как бы тебе это доказать бы? Так, церковь там находится, что-то. Блин, что-то много всего и всякого. Даже не знаю, как мне с вами бороться на эту тему. Вот сейчас спрыгну, там не один хрен туда спрыгивать. Только каким способом?
Могу спуститься как интеллигент и найти еще что-нибудь по пути, либо брякнуться туда один хрен ничего-нибудь, я же мертв. И пропустить какую-нибудь важную улику, блин. Например, вот эту. О, удалить, подождите. Сначала собираем прототуировку угон автомобиля, и я спрашивать не стал. Ненавижу ее, а-ля поватая, грубая, пошлая. Он чувствует, что я ее не одобряю, но похоже, тут же ничего не поделаешь. Такова судьба всех тату, а каждый когда-нибудь придется пожалеть. Да, кстати, у меня есть тату, я о ней жалею, сделал в армии. Да. Поэтому, действительно, есть о каждой татуировке, можно жалеть. Так, давайте здесь соберем. Так. Необходимо еще 15 полной картины. Так, это, ага, каких-то. Ну, ни хрена себе. Вот эту можно было убрать. А какую еще можно было бы убрать здесь? Так, если я вниз брякнусь. О. Ладно. Послушай, рассказывай. Не знаю, могу ли я что-нибудь сделать, но... Похоже, тебе нужна помощь. Я не знаю, как здесь очутилась и что это за место. Не помню, что со мной случилось. Почему я такая? Извини, малышка. Но если ты здесь, значит, ты умерла. Я так и знала. Слушай, у меня та же ситуация. Раньше я был детективом. Давай я осмотрюсь. Попробую найти то, что поможет тебе во всем разобраться. Я не знаю, с чего тут можно начать. Ты что-нибудь помнишь? Любую мелочь. Бывает, помогают даже пустяковые детали. Я помню, было много людей и шлюпку. Все напуганы, а перед глазами название «Манагансет». Понятненько. Уже кое-что. Поработаю с этим. Итак, в лотерею выиграла женщина, которая... Я так и знала! Так, похоже, она мало что помнит. Интересно, что такое Молохан... Ну и хресу. Давайте потихонечку. Свидетель только мельком видел лицо подозреваемого, однако, похоже, это белый голубоглазый мужчина. Ну, смотрите, уже хлеб. Так. Похоже, какой-то мемориал. Тут должно быть множество свидетельств того события. Найду другие вещи, все пойму. Понятно, так, ага, проникнуть. Пока еще ни одну не нашел. Ой, одну нас только нашел, ни одну не нашел. Так, ты не падаешь, нет? Ага. Хрен тебе, не прыжок, прыжка нету. Найти ответ. Так. Промах. Правильно, промах еще ни хрена не нашел. А уже теории, предположения делаю. Так, а мне еще в церковь идти. Так. Укрыться. Что за лодка? Церковь по дороге.
О, вот она. Так, это что? Свечи. За годы здесь копились множество свечей, большинство похожи на церковные. Подождите, вот здесь какая-то штука еще. Фото в рамке. Фотографии выживших после крушения. Ага. Ну-ка. Фото в рамке, так. Да ёж твою мать-то. Так, куда, куда? Ну-ка, что ты знаешь? Я бы сразу же обвинила своего босса в колдовстве. Понятно, это мы уже слышали. Давайте посмотрим. Так, раз... убрать это я не могу. Куда ты? Зачем сюда попал? Так. Что здесь? Для какой цели это сделано? Непонятно. Так, упасть я не могу. А вот, подождите. Собрал еще 14. Стой. Понятно, мы с вами все. Нет, не идет, не идет. Ребята, не идет. Разъеденная стена тоже укрыться. Куда тут можно? Что сделать еще? Так, а здесь что? Зачем мне сюда? Вот, что-то есть, подождите. У нее был такой потенциал. Это событие, страшный удар, особенно сейчас. Если приняли в Смитовский колледж, она уже должна была туда поехать. Смитовский колледж. Блин. Ну туда, может, мне как-то надо, нет, попасть на корабль. Нет такой функции. Блин. Ладно. Ну, блин, хоть бы кого-то поймать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, что у меня? Где он? Так, да нет, не то. Так. Похоже, что так, это мемориал. Фото в рамке, это, кстати, тоже от него. Подожди немного, вот еще какая-то штука. А вот и некролог. Газета. Шлюпка перевернулась и затонула. Труп так и не нашли. Что она делала в шлюпке? Некролог. В нем сказано, что перед смертью она плыла на шлюпке к тонущему. Нахрена ты вот плыла к тонущему?
Некролог в газете. Ну даже не знаю, ну давай, ведь нет, еще какой-то, значит, я не взял. Ой. Так. Блин, а где мне еще одну искать-то? Она по-любому где-то здесь. Найти ответ. Ну вот ответ. Дальше уж некуда. Пойдемте посмотрим тогда уж там. Ага, воду он сильно не уходит. А здесь уже церковь. Так, отсюда видна любая бухта. Калеров. Бухта Калеров, действующих в этих водах во время войны за независимость с негласного разрешения континентального флота. В Салеме стояло много быстрых, хорошо вооруженных кораблей, которые наладили на суда королевского флота, нападали на суда королевского флота Великобритании, пытавшиеся заблокировать гавань Бостона. Блин, это L как P, это вот из P как L. Так. Ой, так. Так. Пока ничего. Что тут еще может быть? У девушки. Та-та-та-та-та. У девушки. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, ну вроде бы все сделал. Что тебе надо-то еще? Честное слово, не знаю уж. Блин, это где-то что-то еще по-любому есть. Все-то на пляж. Все на пляже. Пепельница. А, блин, какой прыгать? Я все прыгнуть хочу. Где-то есть еще что-то. Только где? И что? Записка. Нам будет тебя не хватать. Ты настоящий герой. Так, в записке говорится, нам тебя будет очень не хватать. Ты настоящий герой. Так это я только что услышал. Так. На. При крушении Моноганса она была не жертвой, а героем. Успела многих спасти, пока ее шлюпка не затонула. Она много значила для этих людей. Ну давай расскажем ей теперь об этом. Что-то узнал? Слово, что ты запомнила. Моноганса. Это название парохода, который затонул в гавани Салема. Если бы не ты, многие бы погибли. Ты герой. Если я всех спасла, то как же я погибла? Нет, ты спасла не всех, но многих. Твоя шлюпка перевернулась. Я не умею плавать. Наверное, я утонула. Мне жаль. Нет, жалеть не надо. Благодаря тебе печаль и страх ушли. И я горжусь собой. Если бы не ты, я бы ничего не узнала. Благодарю тебя от всего сердца. Ну вот и замечательно. Рад, что помог.
Так, вот еще одному человечку помогли. Так, а мне хоть что-то дадут за это? Есть какие-то бонусы, что я им помогаю? Ну ладно. Пока вроде не видно никого. О, смотрите, вон там целых две каких-то этих улики. Или улитки. Кто как их называет. Да тихо, ты не упади. Так, это что? Я никому так больше не улыбался, Джулия. Вот тебе воспоминания. То счастье, которым Джулия наполнила всю мою жизнь, невозможно выразить словами. Правильно. Фотография на пляже получилась на удивление хорошо, несмотря на то, что уже почти стемнело. Особенно удачно был снимок. Так. Ронана на фоне заходящего солнца. Лица не видно, только четкий мужественный силуэт. Это фото запросто могло бы стать рекламой пляжа Салима. Блин. Сайлин Хилл или кто он-то? Ладно. Церковь. Ну, конечно, в церковь. Когда ты в бегах, нужно укромное место. Место, где тебя никто не достанет. Но от вопросов не убежишь. Они всегда тебя настигнут. Ну. Так, тут демонов-то не должно быть, я так понимаю, это же церковь все-таки. Но мы осмотримся. Мне нужно выяснить, где свидетель. Задача выполнена, проникнуть в церковь. Так, ну вот. Что-то есть. Пила. Необходимая вещь. Блин, блински. Это же церковь. Так. Нам бы его не вызвать. Ладно. Блин, так страшно нахрен. Я просто не то, что боюсь его как физически, как к тому, что ешь твою мать, опять все проходить. Ну ладно, сюда давай. Вот это нам надо. А здесь стоял... Так, первый дом священника церкви святого Бенедикта, сгоревший в 1902 году. Так, ладно. А вот еще. Так, этот орган, восстановленный в 1919 году, посвящается всем прихожанам, погибшим в Первую мировую. Ну, тоже неплохо, не забыли. Что? Что вот это такое? Так. По крайней мере, здесь светло, и вокруг много людей. Прямо, ага. Что это было? Я что-то слышала. Итак, это плохо пахнет. Она, как и я, считала тебя уродом? О, нет. Нет. Она ничего не знала. Зачем все портить?
Значит, ты за ней следил? Кроме меня, ее никто не ценил. Все эти мужики, с которыми она знакомилась в барах, свиньи. Я от них избавлялся. Ради нас. Убийца. А один оказался тебе не по зубам. Нет. Они все были пьяны и беспомощны. Но один раз я за ней наблюдал. И въехал в сугроб. Выхлопные газы не учуял. Раз и я тут. Если честно, это просто великолепно. Никаких тебе стен и замков. Можно следить за ней. За каждым движением. Всегда. Ну-ка, еще что скажешь? Эй, найди себе другую. Это моя. Ой, да забирай, кого она нахрен нужна. Ворон. Блин. Так, ну туда-то я не хочу даже подходить. Давайте вот здесь вот посмотрим. Так, так. Такой уж он человек, и ничего не могу поделать. Стараюсь с ним не сближаться, поступать разумно. Выбрать человека, с кем у меня была бы нормальная жизнь. Но постоянно думаю о Ронане. И ничего не могу поделать. Не могу. Это она. Настоящая любовь. Ух ты, как красиво заговорила. Дурила и сдурила, как заговорил, так. Книга, может, есть? Опять ворон. Она озвучивает мои мысли. После этих убийств я чувствую себя беззащитной. Здесь точно безопасно. Вряд ли этот изувер посмеет прятаться рядом с церковью. Сейчас многие молятся. Не только она. Ты как маньяк какой-то. Я в полной уверенности, что он нападает исключительно на одиночек. По крайней мере, я не одна. Сюда он ведь не мог зайти, да? Не мог же? Понятно. Так. Господи, обрати к тебе и сердца врагов наших. Позавчера вечером мы вместе смотрели черно-белые гангстерские фильмы. Не могу поверить, что раньше он их не видел. Мне понравилась романтическая линия, а ему экшен. На следующий день я купила ему фетровую шляпу. Сначала он смутился, но потом быстро к ней привык. Она ему очень идет. Думаю, он теперь никогда с ней не расстанется. Ну, то есть не снимет. Если же невозможно ожесточенным обратиться, то положи преграду зла и защити от них избранных твоих. Если там кто-то есть, пожалуйста, защити нас. А если нету? Господи, надеюсь, это поможет. Да. Сейчас, ага. С чего бы? Так. Обнаружить. Где же она? В той квартире что-то указывало на церковь? Так, что указывало на церковь? Фотография указывала на церковь. Ну вот есть, кстати, там это нарисовано было на весь забор. Отец, вы не могли бы меня ненадолго приютить? Конечно, дорогая. Церковь всегда тебе поможет. Могу предложить старый чердак. Живи сколько хочешь. У нее комната на чердаке? Надо проверить. Священник сказал, что она может пожить на чердаке. На каком чердаке? Ну, что за бред? На этом чердаке, конечно. Чердаков много. Так. Это у нас. Понятно, еще взяли пилу. Ой-ой-ой.
Ох ты! Так, еще взяли пилу. Так, я здесь... Наверное, не смог бы пройти. Блин. Ну, пока что-то правильно делаю. Так. А вот он проходит спокойно. Подождите. Перед тем, как я пойду, я вот здесь вот видел. Эй, эй, эй! Все нормально. Но не подходи к ним. Я больше не могла терпеть. Пришлось это прекратить. Эти руки рвали на части мою душу. Мой мозг. Они в глазах. Они пролезают через глаза. Все, 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 все. Успокойся. Ты просто бредишь. Так. Бредит она или нет, ну... Что? Они пришли за тобой. Иди-ка ты нахрен. Я все еще их вижу. Так. Это что же за бестолковый? Так. Нет, здесь-то мне покинуть. Мне на той стороне бы покинуть твое тело. Давай, давай, шевели колготками. Кажется, чердак там. А кири, 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 кири. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Да, на этот раз мало. И увидимся в следующей серии. Пока!